Привет, находимся в буфете. В коробочку хочу взять себе все, что хочу. Так, это сырые устрицы и кламсы. Так, это я брать не буду. Сейчас возьмем шримпов немножко. Коробочковая еда. Устрицы взять сырые. Не буду. Коробочковая еда стоит, ну, а это у нас соус. Коробочковая еда стоит, не помню сколько, ладно, когда заплачу, вам скажу все. Джинджер на суши. Сейчас суши возьму. Я джинджер очень люблю, вообще очень люблю, я его ем. И, кстати, в джинджере, говорят, есть такие, ну, это продукт, который убивает микробы сырой рыбы, да, на которой делается этот, на которой делается суши. На которой делается суши. Сейчас, секундочку. Вот. Мы сейчас сушки возьмем. Мальчик на меня смотрит, на мою камеру. Вот. Так. Мальчики везде работают. Что-то он на меня вылупился, так непонятно, что он на меня так вылупился. Что надо? Что надо? Так, салаты. Можно салатика. Я в одну коробку, наверное, положу этот сифуд. А вторая, это же две коробки у меня, одна в одной просто лежат. А во вторую я положу мясо мясное. Так, вот это вот у нас туна, да? Или не туна, вот это. Все, свалю в одну, да? Чёрт-те что. Я сейчас пойду, подождите, пойду за этим. Это сифутовый салатик, вот этот. Ладно, потом. Кальмар был, кольца кальмара. Сейчас, ну, они бывают такие жестковатые. Так, это шримпик. Раки брать не буду, много с ними возни. Так, это улиточки. Не, улиточки тоже не буду брать. Так, супы, ножки куриные какие-то. А, вот это ж пельмени. Ну, пельмени потом приду. Ну, я их называю пельмени, они, конечно, не пельмени. Так, креветки берем. Притом выбираем. Выбираем только креветки, да? Вот они, улитки. То были сырые, а это не сырые. Так. Конечно, немножко будет месиво, но я когда приду домой, я все это рассортирую сразу же быстренько. И две коробки хватит вполне, потому что и хазбанда накормить, и себя. Конечно, он здесь отсюда будет, не все будет кушать. Ну, что ж делаешь? Не все. Ой, сколько, сколько тут сифута. Так. Курица жареная, это во второй пойдет коробочек. Курицу жареную он будет. Ну, эти креветки тоже будет. Эти. Так, наверное, вот это хватит мне на эту коробку, на сифут. Вот такие еще креветочки. Ого, креветочки такие большие. В каком-то соусе.
я кладу в отдельную эту, в отдельную ячейку горячую. Там нанизанная курица, такая курица жареная. Вон тоже люди с коробками. И рыбка. А мясное возьму отдельно. И рыбка. Так, это мясо, это, по-моему, порк. Пицца, картошка, пюре, курица, 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 разные ребра. Ребра вот это красная, картошка, опять сифутовый салат и рыба. Рыба это салмон. Салмон это этот. Красная горбуша. Так, закрыли эту коробку. Сейчас возьмем другую, сейчас я отключусь. Две коробки взяла. Надо быстрее ехать домой, чтобы пересортировать. Так, цену скажу потом. И пойду сейчас на этот самый, на кассу. Ой, тяжело две нести. Они же открываются, бумажные. Ну, в общем, вы поняли. Все есть. Чего только нету. Вот этих креветок я тоже взяла, которые чистятся, они очень вкусные. Все, заканчиваю, потому что коробка ломается. В магазине не снимешь, народу было очень много. Значит, вечер уже, еду домой. Значит, две коробки очень тяжелые. $20 я заплатила. Вот так они упаковывают, дают. Сколько хочешь, бери соуса этого. Ну, который этот соевый соус, да, вот этот в пачечках, еще горчица китайская, там все, вот это же китайское, это китайский буфе был. Вот, еще что хотела сказать. Так, салфетки берешь, эти ложки, вилки берешь, все, ну, вот эти пластиковые, вот это вот, и в пакетик они тебе это спакуют. Значит, я за килограмм не знаю сколько, то ли за паунд. Знаете, какая машина ужасная. Я вот такие машины в Греции была, я видела, что там вот такие, там ездить негде в Афинах. Так все тесненько, ужасно. Она же опасная, слышите, человек сидит очень близко. Вот перед вообще опасный, смотрите, это же ужасно. Ну, в общем, по Европе ездят такие, ну, я имею в виду, в Греции была, видела. Но я не знаю, больше я так что-то не знаю, в России есть такие или нет. Очень нет носа в машине, если столкновение лобовое будет, легко погибнуть. Ужасная машина. Так это самое. Я не знаю, сколько сколько стоит паунд на вес. Но я прочитала, сколько стоит. Значит, динер стоит 10.50. Динер это обед, да, который с 4 часов начинается или с 5 вечера. Вот, потом стоит этот. Это моя машина, я же приперлась, еще не сажусь. Сейчас сяду. Но потом стоит этот ланч стоит, значит, по-моему, 9.20 там, например. И завтрак стоит 6, что ли. Там после 10 часов, наверное, до 12, не знаю точно. Ну, в общем, вот так вот. Вот такие вот цены. Это на персону, если будешь есть внутри, да? А теперь персона написана, у которой меньше 5 фитов, значит, ростом. Ну, 5 фитов, 25-24 сантиметра. 20... Подожди, какие 24? 20... Да, 25 сантиметров. 25 сантиметров умножить на 5. 125 будет, да? Метр 25. Меньшая персона, которая меньше метра 25, у нее снижена цена 6,50, 6,26, это ды-ды-ды-ды-ды. Мне кажется, это и прям написано, значит, under 5 feet tall. Значит, то есть... внизу 5-фитового высоты человека ниже, значит, будет стоить меньше. И там, например, то, что стоило 10, будет 8, то, что стоило там 9, будет там 7 или 6, вот так, вот так, вот так вот, и вот так вот меньше. Имеется в виду, даже это не детская порция, потому что чайнисовский буфет китайский, и у них же все вот эти маленькие, они едят мало, малюсенькие они такие, вот они такие игрушечные люди. Вот, ну не все, ну в основном опять вам эту машину показываю, такую покупать не надо. Ну, и это, и лучше на наших «Жигулях» ездить, ей-богу. Ну что это такое вообще, кошмар. Ну, так это самое...
В Америке нет таких, потому что у нас все большое. У нас вот такие вот у нас. Ну, так это самое. Так потому что эти маленькие люди меньше едят. Можете себе представить вообще это. Так, ну все, я вам сказала цену. Значит, повезу и сейчас быстренько-быстренько там сортирую, потому что все вместе в коробке и не это самое. И взяла в одну коробку, взяла сифутовое, а вторую коробку взяла мясное. Все, до свидания, счастливо. Приезжайте в Америку лопать, кушать. Ну, поздно, потому что некогда не готовить, ничего не покупать. Хотела в магазин заехать, в гастроном взять готовую еду. Думаю, позвонила хазбенду. А это, в гастрономах, кстати, вот к вечеру готовая еда уже не очень, знаете, там такие полупустые контейнеры остаются, уже не то, потому что уже сейчас за 9 вечера, и они уже убирают кое-что, то, что у них же вот это там портится, вот, поэтому в гастрономе даже вот после 9 нежелательно, ну, есть там куры жареные, но все такое однообразное там, я решила, что я заеду в буфе возьму, вот, дешево и сердито, и очень много всего, во всяком случае, мне захотелось сифута, потому что там очень много креветок, как я вам показала, до свидания, счастливо, приезжайте в Америку лопать.